Сейчас подключили, значит, считываем полный флеш. Вот у нас процессор. Процессор, значит, подключение плюсы и минусы, все дата-линии обменов. Вот это у нас старенький блок, который сплавившись, да? Сейчас выдергиваем всю информацию из него. И вот у нас наш бэушный, который фактически, видите, здесь уже все повезло. Вода не попала. Сейчас идет процесс считывания. Reading ECU. Flash. То есть сам дамп вот такой. Здесь флеш M3855FV. Флеш память. И идет считывание по факту в JTAG режиме. И скоро у нас будет уже полный дамп. Шикардонь.